Друзі, всім привіт! Сьогодні буде історія, яка непередбачувано закінчилась і для нас, і для замовників, і це на прикладі одного автомобіля – Volkswagen Touareg. Невеличка передісторія. Ми маємо разовий огляд, ми маємо Volkswagen Touareg, ми маємо порядного, доброго перекупа. Він розумів, куди він їде, мається на увазі, він знає, хто ми такі. Він каже: хлопці, знімайте, робіть, що хочете, я вас знаю, все добре, я за автомобіль не переживаю. Цей автомобіль привернув нашу увагу. Чому? Він 11-го року. Він CR, це аж мотор у нього. Ну, в 11-му році ще було дуже-дуже мало таких моторів. І що саме головне, це 66 тисяч пробігу у цього автомобіля. А чи дійсно це так, давайте з'ясовувати. Touareg V6, саме бомжатська комплектація, приблизно така ж, як і я, але зато 66 тисяч пробігу. Смотрим. Що ви вибрати? Гарячий шоколад чи Touareg з пробіжком 66 тисяч? Гарячий. Вибір за вами. Давай шоколад. А мониторы? Так, добрый день. Начинаем осмотр нашего Touareg. Сейчас начнем по порядку. Здесь у нас 100. Здесь все хорошо. Край крыши у нас тоже вот заклеен пленкой. Сейчас посмотрим толщину пленки. 93 и 250. Это 150 микрон толщина пленки. Дальше. По крыше вмятины никаких не вижу. Царапин тоже никаких нет. Рейлинги у нас стоят на месте. По рейлингам все здесь хорошо. Здесь по стойкам тоже все нормально. 100, 100. Так, дальше. Опустимся ниже. Арки у нас тоже целые. Здесь у нас крючок на месте. Здесь все хорошо. Крышка не оборванная. Бампер стоит в зазоре, фонарь стоит в зазоре. Брызговики тоже заводские. Все стоит как надо, не оборванные, не обломанные. Фонари целые. Накладка у нас низ не царапанной. Здесь у нас единственное, вот есть налет времени вот тут на самом диффузоре, да, глушителя. То есть вот надо будет его почистить, получается, вычистить. По бамперу бампер тоже нормально. По низу там никаких следов касания, ударов, ничего нету. Хромовая накладка на бампере тоже здесь целая. Здесь тоже все хорошо, хорошо. Здесь хорошо, хорошо. По крышке багажника тоже вопросов никаких нет. Фонари у нас не запотевшие. С этой стороны тоже все отлично. Стекло у нас единичка заводское. По нему трещин нету. Рычаг стеклоочистителя рабочий. Здесь тоже у нас все работает. Крыло. Крыло целое. Стойка крыши тоже целая. Стекло оригинальное, единичка, здесь все нормально. 11-й год, смотри, и CRCA мотор. Не так часто они встречаются в 11-м году еще. В 12-м уже будет больше. Тут еще могут быть спокойно. Который был до них. Я не помню. Какой до них, как он игрался? CRCA и CLA? Да. Коса, вот, точно. Да. Коса мотор. Да. Дальше, торец двери у нас. Здесь вот есть пару. Открывали, тут притертость небольшая есть по двери самой. Здесь 105 106. Да, здесь все нормально. Здесь у нас опять же вот есть такая небольшая причесик, опять это все отполировать надо будет и убрать битум, может быть, от мелкой веточки, тут всякие вот такие царапульки имеются. Дверь передняя у нас тоже здесь все отлично, по покраске тоже здесь вопросов нет. По двери поверху имеется вот тут вмятина, вот она бликует. Вот она бликует. Ее можно заполировать и беспокрасочно убрать можно. Торец двери у нас здесь целый. Единственное, здесь вот на накладочке тут вот пару таких вот царапулинок имеется. Дальше по стойке. Стойка у нас получается забронирована. Здесь 96, 260, ну да, где-то 265, 265. Стекло у нас оригинальная единичка. Оно, в принципе, не посечено. Есть у нас вот здесь вот было скол, заклеенное стекло. Ну, сколы есть. Небольшое количество, но сколы имеет. То есть по трассе машина тоже ездила. Крыло у нас здесь заклеенное. 307, 270, 295. Бампер тоже у нас заклеенный. Фара заклеена. По зазорам, в принципе, достаточно неплохо. По фаре единственное, вот тут вот, получается, доклеили, наверное, чуть перегрели. Вот тут есть трещинка в самом краю на фаре. По бамперу у нас все хорошо. Туманка у нас отпесоченная. Низ у нас целый, то есть по бордюрам она нигде не прыгала. Капот у нас тоже, сразу пройдемся.
255, 256, здесь все нормально. Сколов по капоту под низом я тоже не вижу, но по толщине очень похоже на заводской слой. По решетке есть чуть-чуть попесоченность у нас на решетке, на эмблеме имеется, то есть в принципе адекватно с туманками. То есть здесь у нас тоже хром нормально, просто его на мойке надо будет от химчистить. Фара с этой стороны тоже стоит в зазоре. По фаре вообще вопросов у меня нет, она не потеет. Здесь вот скол получается от камня есть, пробил он пленку, и вот здесь вот имеется зазор по капоту. Отлично, здесь все отлично. Что у нас здесь в ручке? В ручке у нас здесь не заклеено. Кстати, тут не заклеено, тут заклеено, странно. Здесь у нас заклеено и здесь у нас заклеено. Почему-то там отклеено. Почему нету здесь наклейки, не знаю. Может, начало пузыриться, ее сняли. Ну, следов того, что дверь там перекрашивали или красили, я не вижу. Здесь просто все замечательно. Якщо підсумувати, то кузов тут дійсно в класному стані. І отак от дивишся, і очами видно, що кузов дійсно якісний. І людина, що обирає очами, він же віддавав би задаток за цей автомобіль. Але так не варто робити. Тому дивимось далі. По салону ось здесь у нас все хорошо, хорошо. Дверь у нас тут не снималась, все нормально. Здесь у нас, да, здесь все хорошо. Стойка у нас пластиковая. Она не поцарапанная, ремнями не забитая. Ремень отрабатывает, он заводской. Здесь все хорошо. Сиденье не снималось. Ну, здесь вот понятно, чуть-чуть ездили, есть такое, как складочки на ткани. Но сама поддержка, она не просиженная. Здесь хорошо. Подлокотник. Подлокотник нормально. Консоль. Тут рояльный лак, понятно, он слегка в паутинке такой, незначительной. Крутилки у нас работают, кнопочки, все нормально. Кожух у нас тоже без трещин, без складок, хорошо. Здесь вот у нас вот пленка на экране еще, получается, вот она пузырями пошла. Здесь все хорошо. Руль у нас оригинальный, в хорошем состоянии. Подушка хорошо, эмблемы не затертые, кнопки тоже нормально. Потолок. Потолок хорошо. Так, торпеда сверху у нас тоже без царапин, без ничего, без каких-либо серьезных проблем. Что-то защемило, и здесь вот есть, ну, такой задирчик на резинке. Следов того, что петли откручивались, нет. По потолку и стойкам здесь хорошо. Здесь тоже все хорошо. Опять же, вот есть желтое пятнышко какое-то, то есть надо будет это подзамыть. Порог пластиковый в хорошем состоянии, сиденье в отличном состоянии, ковер сам в идеале здесь. Здесь у нас все рабочее, почти вот выломана ламель одна, вот она болтается. Ну, потолок по центру нормальный. Крышка не снималась, заводской герметик в проемах. Здесь, в принципе, без вопросов. Здесь у нас в проеме накладка, даже пленка не снятая, ну и она не поцарапанная, соответственно. Дальше обшивки сами здесь не поцарапанные. Здесь вот все на месте, не обломано ничего. Здесь вот получается разложенная одно время была крышка, сидушка, наверное, что-то стояла. Вот здесь вот чуть продавленная, вот продавленность есть. Дальше панель у нас целая. В багажнике компрессор, докатка, все. Весь комплект инструмента имеется. Следов ремонта никаких не видно. Здесь все заводское. Ну, обшивка получается вот тут вот с дефектами. Тут что-то возили. Тут, я так понимаю, что может быть коляску типа когда-то возили, потому что такие какие-то места поднатертые имеются. Так, под капотом. Посмотрим сейчас. Под капотом здесь у нас все завод. Ничего не кручено. По стакану здесь у нас тоже вопросов нет. Все заводское. Пластик тоже весь нормальный. Здесь ничего не разбиралось. Радиаторы на месте целые. Патрубки все. Труба у нас прям как новая. Капот не снимался. Обшивка целая. Мышами не поезженная, не поеденная. Клипсы на месте, здесь тоже без вопросов. По двигателю здесь тоже все нормально. Следов того, что он разбирался, здесь вообще никаких нет. Следов подтекания в развале не видно никаких. Все сухо. Форсунки у нас не текут, сальники форсунок сухие. С этой стороны тоже сальники форсунок. Они сухие, единственное запотевание есть у нас небольшое, это из-под тут крышки горловины. Ну, может, пролили, может быть, так вот, наверное, может быть, так лучше сказать. Заливали, может быть, чуть разлили. Здесь металл белый, без лакового налета. И вообще, в принципе, никаких тут лохмотьев нету масляных. Так, где у нас хозяин?
завести би її. Звертайтесь до компанії «Один Авто», ми завжди вам будемо раді і завжди зможемо підібрати вам улюбленіший автомобіль. А продовжуємо зараз розгляд. Работает как часики. Она прогретая. Работает хорошо. Салон. Можна сказати, що він дійсно відповідає своєму пробігу. Але я думаю, що ви вже побачили, більшість людей побачила, що комплектація тут майже барабан. Тут нема пневми, тут немає електричних штук, багато всяких. Улучайзінгов тут тканєвий салон текстильний. І, до речі, для когось це є перевагою, для когось це є недоліком. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. От велика комплектація – це все-таки недолік автомобіля, бо тому що там багато геморроя. Чи все-таки це перевага і за це треба переплачувати? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я це дійсно все читаю, мені дійсно це дуже цікаво. І тема, котра вічна, або барабан, но завжди надійний, як пулемет Калашникова, або безліч електроніки і майже завжди глючить. Ну, а ми поки що читаємо авто для того, щоб з'ясувати, а дійсно у нього 66 тисяч пробіг. Покопаємо якісь ошибки чи ні? Я не думаю. Машина целенька, бачиш? Хороша машина, мені подобається. Иван Юрьевич, как вам этот Touareg? Они дураки не снимают. Давайте поговорим о качестве этого Touareg и насколько это редкая машина. Це Touareg без пневмы. Touareg с пневмой и Touareg без пневмы – це два різних Touareg. А насколько пневма дороже в обслуживании и в покупке, чем без пневмы? Ну, один пневмобаллон коштує десь $700. А при покупке разница в цены? Зараз вона, скоріш за все, нівелюється. Тут пробежок 66 можна взяти таку на пневмі, але це буде пробежок там 180 або 400. То есть ви рекомендуєте эту покупку? Ну що, тут всім відома проблема з тим, що тікуть сальники постійно. Ну, підзапотівання і всякі такі. То есть не критично, но есть. Критично, но есть, да. То есть мы одобряем данную покупку. Мы одобряем взагалі будь-який Volkswagen. ВАК топ. ВАК лучше. ВАК. На этом заканчивается наша передача. Всем пока. Зараз автомобіль буде заїжджати на СТО. Поки що ми маємо інформацію, ту, що ми прочитали автомобіль і аналізуємо її з усіма нашими джерелами, де ми поробили запити. Зараз тут полетять скрини, десь причепляться. І пробіг – це дійсно її. І зараз ми заїжджаємо на СТО. Начебто все класно. І нічого не предвіщало біди. Казалось бы, обычное СТО, да? Раз ВАК, два ВАК, три ВАК, четыре, допустим, пять ВАК, ВАК. Итак, смотрим автомобиль на подъемнике, значит, что по низу здесь, по задней части здесь все хорошо, наездов на бордюры, препятствий здесь никаких не было, здесь все отлично. Пластик весь заводской, крепежи здесь, все отлично, панель задняя тоже целая, здесь без каких-либо нюансов. И лонжероны и задняя часть здесь без вопросов, налет ржавчины нет, следов разборки, ремонта тоже никаких нету, здесь все отлично. Амортизаторы сухие, все сайлентблоки здесь целые, патрубки, трубки. Все целое. И когда-то регулировался, видно, развал. Ну, непонятно, крутятся они или нет. Но, судя по налету ржавчины на кузове, должен крутиться здесь еще. Да, должны крутиться эти болты регулировочные. Редуктор задний сухой. Привода отлично. Скоро процентов 30 остаток колодок остался. Надо будет скоро менять. Бак единственное здесь чуть поцарапанный. Но не порванный, не прогнутый. Здесь все хорошо. Кузов у нас в хорошем состоянии снизу. Здесь у нас отсутствует вот заглушка. Вот она тут была, и ее тут отсюда сняли. Тут что-то беспокрасочно, что-то, по-моему, делали, потому что видны следы каких-то манипуляций, вот там вот царапанные крючком. Ну, посмотрим. Так, снизу вроде бы здесь все ровно, здесь не вижу никаких вопросов. Нижние заглушки все на месте. В любом случае, надо будет поставить заглушку раз, и такая же ситуация с этой стороны. Тут надо тоже будет поставить ее на место. Дальше кардан у нас тоже здесь все отлично, вопросов нет, выхлопная целая, раздатка сухая, раздатка тоже нормально, запотевания минимальные есть какие-то, коробка сухая.
сухая. Вот единственное, тут чуть подзамывалось. Ладно, сейчас покажу дальше, что там подзамывалось. Здесь у нас по задку подпотевает крышка задняя. Как бы это показать, вот. Ну, это стандартная болячка их. То есть, в принципе, пока потеет, так минимально, то есть на начальной стадии. То есть глобального тут плохого ничего нет. По подвеске здесь у нас тоже все отлично. Шрусы, привода, здесь все нормально. Так, из того, что здесь есть, видно, что течет у нас задний сальник уже. Вот он замывался здесь. Здесь вот уже масло есть. То есть это надо будет этим заниматься, менять его. И вот сверху тоже потек. Это тоже с крышки у нас есть вот такое запотевание. Двигатель у нас, ну, не видно, что разбирался. Опять же видно следы замывания какого-то. Начебто все классно. И ничего не предвещало беды. Хорошая машина, мне нравится. Патрубка у нас вытекла масло. И достаточно немало. Значит, это только в одной стороне. В одном интеркулере, во втором труднее подбираться, но как бы не есть хорошо. Двигатель работает хорошо, но вот с этим надо будет этот. Есть у тебя жидкость замыть? Да. Есть? Чтоб человеку мы замыли, чтобы чисто было все. Отак дивишся на автомобіль, зовні, ну просто єдинорог, зовні, ну така квіточка, дуже, от дуже класний автомобіль, але рожеві окуляри зняти і ми маємо, коли зняли патрубок, заляпала Валентина, мастило розлялося на пол, значить що, на мою думку, тут з турбіною, або машину використовували так, на дуже маленьких оборотах, або там просто, коли їздив, автомобіль мається на увазі, десь дав коксу, витягнув ключа, зразу заглушив турбіну, і воно там потрошечки закоксовувалось на самій турбіні. Як би там не було, але турбіну вже треба робити. Це вкладення раз. Другий момент. Задній сальник коленвала. Він також підтікає. Нічого смертельного в цьому нема. Але, враховуючи, що туди треба засунути кошти, то цей автомобіль, котрий і так тупо по верху ринку йде, ну дорожче в такої комплектації просто тупо немає. І то він завищена ціна. Ну він повинен вартувати трошечки дешевше або тупо дешевше. Це дуже задорого. Чи знав це продавець перед оглядом? Ну, чесно, я кажучи, думаю, навряд чи. Але це не міняє того, що ціна на цей автомобіль повинна бути меншою. Розкриваючи карти наприкінці відео, я розповім про цей автомобіль, що він вартує 27 тисяч доларів. Чи це багато за музейний експонат, бо сохран дійсно у нього дуже-дуже класний. І кузова, і салона, і всього. Він вартує 27 тисяч, але при умові, що з ним нічого не треба робити. А якщо усунути оці всі недоліки, то він вже не вартує ці кошти. Тим паче, цей автомобіль був тупо поверху ринка. Друзі, скажіть, будь ласка, придбали б ви собі такий автомобіль чи ні? Можете в коментах внизу написати. Треба зазначити, що хлопчина, що продавав цей автомобіль, він скидав на цьому автомобілі зовсім-зовсім трішечки. Якась символічна сума. І саме на цій ноті не замовник, не продавець не зійшлись по ціні. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. І, до речі, треба зазначити, що цей автомобіль ще досі в продажу.